А в Москве страшный сон кремлевских функционеров. Социальные протесты. Еще не бунты. С какими лозунгами, с какими требованиями и против кого, расскажет Данил Русаков, он в Москве. Митинг пока с аполитичной повесткой, но зато самый массовый за последнее время, с участием работников социальной сферы. Протестовать на улице Москвы вышли врачи. Официально заявленное мероприятие власти долгое время отказывались согласовывать, но в канун проведения демонстрации сделали все, чтобы сократить количество участников. Многие сегодня прийти не смогли. Не смогли прийти потому, что департамент здравоохранения устроил сегодня лицемерный праздник, День здоровья. В пасмурную погоду на улице города вышли в среднем от 4 до 6 тысяч человек. Хотя организаторы подавали заявку всего на 1000. Многие федеральные СМИ мероприятия проигнорировали. Среди надписей на плакатах были и такие: деньги на медицину, а не на войну, и Вова не лечится. Причем, по словам участников, и пациентов, и медработников оказалось примерно поровну. Причина протеста – это урезание финансирования социальной сферы, неутешительные экономические прогнозы, падающие курсы рубля и еще колоссальные расходы на армию. Как итог, повальные сокращения почти везде. Городские власти планируют закрыть единственный для нашего и соседних районов роддом номер 10. Вместе с работающей внутри него женской консультацией. Массовые сокращения врачей идут в диагностическо-клиническом центре номер 1. О том, что протестные настроения в обществе могут нарастать, накануне в эфире «Дождя» говорил в прошлом близкий к Кремлю политтехнолог Глеб Павловский. Опасно создавать для лидера такую ситуацию, где надо выбирать между ним и гречкой. С гречкой будет на самом деле действительно все хуже, с деньгами в системе точно будет хуже. Откуда взять деньги, чтобы всех успокоить? Пожалуй, сегодня это самый насущный вопрос. И на него уже, кажется, готов ответ. Это показатели валютного курса. Доллар почти 43 к одному деревянному, евро практически уже 54. И тенденции к снижению в ближайшее время экономисты не видят никаких. Так что Вова, видимо, и вправду не лечится. Данил Русаков и Виталий Коваленко. Московское бюро. Телеканала «Интер».